Полиция изъяла несколько килограммов синтетических наркотиков. Домовладелец сообщил, что у него снимает жилье подозрительный гражданин. Полицейские обнаружили у постояльца несколько килограммов спайсов, как уже расфасованных, так и россыпью. Несколько весов для взвешивания доз, упаковочный материал. Задержали гражданина с поличным в соседнем регионе при закладке наркотика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Владимиру Кузнецову угрожают. Об этом заявило руководство областного театра драмы. Режиссер поставил на театральной сцене «Молодую гвардию». Известное со школьной скамьи произведение оказалось как никогда актуальным. Многие увидели параллели с тем, что происходит сейчас на Украине. Угрожают режиссеру и его супруге в социальных сетях. Директор Борис Гунин заявил, что передаст угрозы всем правоохранителям – ФСБ, Следкому, прокуратуре и полиции. Между тем, координатор ЛДПР по городу Владимиру Валерий Пузанов предложил Кузнецову физическую защиту. Обеспечить ее готов молодежный спецназ ЛДПР. Белый дом не отказался от присвоения Бабкиной звания почетный гражданин области. Подписи на этот раз «за» начали собирать в Везняковском районе. Ранее сообщалось, что Надежда Георгиевна часто бывает на фатьяновских праздниках и не берет за выступления гонорары. Кроме того, ведет в районе просветительскую работу. За Бабкину подписались педагоги и родители учеников Везняковской детской школы искусств имени Ашанина, а также представители Владимирской детской музыкальной школы имени Танеева и артисты вокально-хореографического ансамбля «Русь», над которым Бабкина, по сути, шефствует после смерти худрука Михаила Фирсова.